ОППО тоже объявила о создании нового подразделения и бренда с Химой. Компания ОППО является одним из лидеров рынка смартфонов, несмотря на то, что ее продукция в основном продается на азиатском рынке. Только несколько месяцев назад ОППО начала осваивать европейский рынок. В пресс-службе ОППО официально сообщила о том, что компания основала новый бренд под названием Схимей, под которым будут выпускаться продукты на базе инновационных технологий. Соответствующими разработками будет заниматься подразделение Imagine Mobile Terminal Division, на пост исполнительного директора которого был назначен Лю Боо, Лю Биоу, вице-президент ОППО. Исполнительный директор ОППО Чин Мюнгинг, Чен Мэнджонг, заявил, что подразделение будет активно разрабатывать продукты с новыми технологиями в эпоху 5G. Он также добавил, что под брендом Схимей будут выпускаться, в частности, недорогие умные устройства с технологиями будущего, а также продукты сегмента интернет-вещей, которые полагаются в работе на системы искусственного интеллекта. Никакие конкретные продукты Схимей пока не были анонсированы. На прошлой неделе Xiaomi сообщила о том, что бренд Redmi выведен в отдельное самостоятельное подразделение.